Давайте теперь научимся заходить на сервер. Для этого нам нужно знать следующие вещи. Во-первых, адрес сервера, чтобы знали, куда заходить. Во-вторых, логин и пароль, чтобы сервер смог определить, что нам разрешен доступ на него. Команда доступа выглядит следующим образом. SSH – эта команда определяет тот протокол, те правила общения, которые будут выполняться между нами и сервером. Логин, собака, адрес сервера. Кроме того, может указываться дополнительная опция -p порт. Она нужна в том случае, если у нас по адресу сервера находится сразу несколько компьютеров различных серверов. Тогда им присваиваются номера, и по номеру порта можно выйти на конкретно один из них. Давайте попробуем это на практике. Например, на работе я захожу на сервер следующим образом. SSH, Гуревич — это мой логин. Далее идет адрес сервера. Поскольку серверов у нас несколько, то нужно указать номер порта. Когда мы заходим на сервер первый раз, то терминал предупреждает нас, что мы заходим на сервер, и просит согласиться или отказаться от этого. Теперь сервер добавлен в список разрешенных, и в следующий раз такой вопрос не возникнет. Требуется мой пароль. Все, я успешно зашел на сервер. Теперь я могу выполнять там обычные наши команды. Например, посмотреть, где я нахожусь. В данный момент я нахожусь в папке home/gurevich. Чтобы выйти из сервера, достаточно набрать команду exit. И я вернулся в терминал. Нахожусь теперь в папке home/b.